Группа депутатов на очередном собрании Совета депутатов городского поселения города Амурск поставила вопрос о снятии с должности председателя Сергея Калмыкова. Чем вызвано столь неожиданное решение? Ответ на данный вопрос есть в мотивированном обосновании, представленном на собрании группой депутатов. Согласно статье 25 Устава городского поселения города Амурск, в пункте 4 устанавливается, что председатель Совета может быть досрочно освобожден от должности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей. По мнению группы депутатов, председателем Сергеем Калмыковым были допущены следующие нарушения устава и регламента. Председатель неоднократно игнорировал требования депутатов внести в повестку заседания вопрос о работе заместителя, в результате чего одно из заседаний было сорвано. Другое нарушение, по мнению депутатов, было в проекте решения о передаче полномочий по архитектуре в администрацию Амурского муниципального района. Проект не имел заключения администрации городского поселения, подписанного главой, как того требует регламент, в результате чего, не зная того, депутаты голосовали за неподготовленный документ. Ко всему прочему, как сказано в мотивированном обосновании депутатов, председатель неоднократно пытался затянуть принятие решения по передаче полномочий по архитектуре. В общем, недовольство группы депутатов хорошо мотивировано и обосновано. По решению очередного совета депутатов большинством голосов было решено отстранить от занимаемой должности председателя Сергея Калмыкова и назначить на его место до окончания депутатских полномочий другого народного избранника.